Всем привет! Сегодня 18 сентября, Подмосковье. И посмотрите, как чудесно выглядят мои колиусы. Здесь колиусы те, которые я вырастила сама из семян. Некоторые купила черенками. Очень долго они сидели, весь май сидели, не росли, июнь сидели. И вот только в августе они набрали силу. Ну нет, не в августе, конечно, в июле, наверное, в середине где-то. И посмотрите на сегодняшний день, как они прекрасны. Такое буйство красок, такие жизнерадостные. Посмотрите, вот здесь у меня 4 сорта. Не знаю, как они называются, вот эти сорта. А вот то, что я вырастила из семян, сорт «Радуга» назывался, по-моему. И вот в этом году я была на юге, в Анапе, и у них везде там были высажены колиусы. Это так красиво было. На следующий год я колиусов буду сажать в свои цветники побольше. Потому что такое буйство красок, это то как раз, чего нам не хватает в Подмосковье. Просто прелесть. Вот он, получается, выглядит декоративно на протяжении всего сезона. Ну, сейчас, конечно, когда начнутся первые заморозки, они погибнут. Но я оставила черенки, чтобы на следующий год посадить такую красоту. Здесь вот один похож на крокодил, один ярко-красный. Этот на базилик похож. Великолепие просто. Тут у меня подсолнухи попадали от дождя.